Всем привет! Хочу показать вам большой бумажник, сделанный из шерно-сидельной кожи, целиком из шкуры. Очень большой. Для начала давайте посмотрим на него. Фронтальная сторона. Это задняя сторона. Так он выглядит с торцов. Тяжелый, надежный. Навсегда. Видите, он выполнен из комбинированной кожи. Застежка здесь для контраста сделана из коричневой кожи. Закрывается он на коборную застежку. Видите, здесь два отверстия. В случае наполнения бумажника можно будет всегда его закрыть уже, когда он будет такой пухлый, в снаряженном состоянии. Давайте посмотрим внутри, что мы здесь имеем. Левая сторона. Так это выглядит. Здесь у нас отделение экспресс, так называемое, для одной-двух карт, самых необходимых, которые у нас всегда под рукой. Здесь у нас раз, два. Здесь можно хранить автодокументы. Так. Вот здесь удобно. Ничего, дополнительно чехольчики. Здесь еще одно отделение. Либо для наличных, либо и чего-то еще. И отделение, которое у нас нижнее. Вот так это выглядит. Да, хотел добавить, что здесь в качестве подкладочного материала использована телячья кожа, такая мягкая, приятная на ощупь. Ну, теперь давайте рассмотрим правую сторону. Имеется небольшое отделение или мини-кошелек для монет. Также закрывается на коборную латунную застежечку. Вот так это выглядит. Здесь отделение для купюр, либо документов. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь слотов для пластиковых карт. Куда смело мы можем в каждый слот пристроить по 2-3 карты, соответственно 25-30 карт. Это отделение легко можно будет, в эти отделения легко можно будет положить. Сзади имеется отделение для быстрого доступа, для документов. Я, например, здесь храню паспорт. Отделение достаточно глубокое. Если попробовать потрясти, ничего не выпадает. Также это касается и пластиковых карт, и монет, всего остального. То есть в этом бумажнике ничего, внутреннего содержания не подвержено выпадению из него. Ну, так вот, мы его застегиваем. Такой интересный форм-фактор для использования отдельно от сумки, как угодно, либо для хранения переноски в сумке. Края все зашлифованы и затерты пчелиным воском, как положено по технологии шерного производства, касающегося выполнения бумажников и тяжелых сумок.